Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Лилия Читрару и Сергей Захарьяш часто спорят. Лиля требует от парня подарков и денег. За последние полгода Сергей потратил на нее всего $500. Она хочет большего от своего молодого человека. Лера Фрост вдохновилась результатами пластических операций Лили Читрару, и она тоже планирует лечь под нож хирурга. Она хочет увеличить грудь до 3,5 размера и сделать нос немного меньше и аккуратнее. Захар Саленко надеется, что Лера Фрост его любит и простит за измену с Лизой Триандафилиди. Он готов сделать все, чтобы вернуть девушку. Оля Рапунцель и Дима Дмитренко на следующий день после своей свадьбы поехали на поляну. Они привезли ребятам тортики и отметили события с ними. Сейчас Оля и Дима проводят свой медовый месяц в Дубае. Ольга рассказала, что на свадьбе было 4 фотографа, но поскольку в эфире свадьбу покажут в субботу 24 июня, раньше эфира выставлять фото и видео она не вправе. Мария Кахно строит отношения с Ромой Гриценко. Но в этой паре есть проблемы. Маша, как оказалось, еще не разведена с мужем, и она подозревает, что Роме нравится Аида. В ближайшее время пара отправится на остров. Своему прежнему ухажеру Артему Волкову Маша дала отставку, и по слухам он уже покинул проект. Никита Шелюков и Юлиана Богомолова поругались из-за цепочки. Он попросил Юлиану снять цепочку, которую подарил Виталий Малышев. Она отказалась, поэтому парень решил действовать агрессивным методом. Он сорвал с нее украшение. А Малышев на острове просит прощения у девушки и надеется, что она еще одумается. Юлиана признается, что не знает, как быть. Она хочет поговорить с Виталием. Она сильно его любила и никак не может забыть. А Романец и Гусев все готовятся к свадьбе. И, как уверяет Романец, ее платье будет не за рекламу, а за деньги. Она спустила на него 700 тысяч. «Последние 2 месяца я упорно хожу на массажи, на терапию и уколы. Бегаю по утрам и хожу на танцы. И все это ради платья». Девушка сделала выбор в пользу дорогого шелка и итальянского кружева. Голову будет украшать 4-метровая фата. Мое платье будет самым обсуждаемым в этом году. Курбан Амаров продолжает делиться фотографиями своей дочери Тионы. Никита Кузнецов и Дарина Маркина прилетели в родной город девушки Пензу. Никита познакомился с родителями Дарины. У Ольги Бузовой умерла одна из ее 3 собачек, белоснежный шпиц. На ведущей обрушился шквал негативных комментариев. Угробила собачку 100%. Пса жалко, зачем ей домашние животные, если она не бывает дома, за ними уход нужен. Для нее это аксессуар, неодушевленная вещь. Ирина Агибалова похвасталась новым автомобилем. Она не назвала марку машины, но ее подписчики определили, что это Mercedes. На этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.